Представляем вашему вниманию материнскую плату от компании BioStar модели A55MLC2, форм-фактор которой Micro ATX, а физические размеры 226 на 175 мм, сокет FM1, а поддерживаемые процессоры от AMD серии A и E2, а также Athlon X4 и X2 и Sempron с максимальным тепловыделением 100 Вт. Возможно подключение двух планок оперативной памяти DDR3 DIMM с частотой от 800 до 1866 МГц, а максимально поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Из внешних портов данная материнская плата имеет один PS2 для мыши и PS2 для клавиатуры, один разъем VGA, 4 USB порта 2.0, разъем RJ45 для подключения сетевого кабеля, а также 3 аудиопорта. Стоит отметить, что видеовыход будет работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. Из внутренних разъемов материнская плата имеет 2 разъема USB 2.0, 4 разъема SATA 2, 1 передний коннектор аудио, 1 разъем передней панели, 1 разъем процессорного кулера и вентилятора корпуса и 1 разъем последовательного порта. Из-за слотов расширения материнская плата имеет 1 PCI Express X16 2.0 и 1 PCI Express X1 2.0. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.